друзья, всех приветствую, кто зашел на наш канал. Сегодня у нас 5 августа 2023 года. Мы приехали в Outlet Village, белая дача. Приехали в такой город-бутик. Что мы видим здесь? Большая обширная парковка. Очень большая. Напротив Глобус, очень большой магазин. И вот там вот Outlet Village, белая дача. Да, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Погода у нас вроде бы жаркая, но на небе тучки, и они периодически закрывают. Солнышко и достаточно комфортно. Это главный вход. Улица туда пошла. И улица туда пошла. И по кругу. А это основная площадь. Но самое главное в такую жару — это вот этот детский аттракцион. Outlet Village, белая дача. Детский рай. Ты ждешь, когда пойдет? Вот пошла, только в разные стороны. Все. Будь здоров. Ничего. Вот такой вот детский аттракцион. Водный, в жару самое то, что надо для детей.
детишки развлекают. И им это очень нравится. Наверное, сейчас многие жители тоже были не против бы прохолодиться. Ну и расскажи, доволен? Охладился? Мокрый довольный мальчик, а? Ну мокрый, сейчас будешь сохнуть будешь, да? Вот так вот, мокрый довольный мальчик. Охладился на все 100%. У меня тут еще немножечко аутлет вилоч, белая дача. Через час где-то поедем. В смысле, через час мы поедем? Да? Ну, смотри, еще туда. Высохнуть. Ну, вот так вот по кругу идут здесь улицы. Мальчик бежит. Оп-оп-оп-оп. Мальчик. Мальчик. Мокрый мальчик. А, я так не заметил. Я думал, у меня волосы не высохли. Да, сейчас сохнуть будет. Эй, вот туда дальше, дальше. Все по кругу здесь идет. Ну, а здесь проходят благотворительные мероприятия. Четыре лапы. Помогайте братьям нашим меньшим. Они нуждаются в нашей помощи. Благотворительный фонд. Просто живи. Вот такое вот есть в Москве приятное место. Мест, правда, много, но это одно из них. Здесь вы можете перекусить, поесть, просто отдохнуть. Чуть-чуть пройдемся.
цены разные. Это вам надо заходить, смотреть и выбирать для себя. Для кого-то майка за 1000 рублей будет дорого, а для кого-то за 10 тысяч ни о чем. Гулливер. Эль Патио. Ну и туда дальше идет. Стоянок здесь и много. Это выход на центральную. Ну, Рибок и Адидас не работает. Но площадь оставили за собой, вот эту большую. Вывески сами смотрите, что осталось, чего нет. Так, чуть-чуть я подсниму. Amazing Red. Гибкие цены. Но он и... Вот такой вот городок. Смотрите сами. Пинка трусарди. Фурла. И ну, опять мы вышли на основную площадь с фонтаном. Пола. Боско. Там лакосты. Ну, сейчас попробуем еще пройти одну улицу, чтобы уже все было, все представление. В некоторых магазинах есть скидки, где 50, где 20, где 30%. Антика. Антига.
легкая приятная музыка. Кеддо. Камачки. Эстет. В общем, вот такой-то этот городок. Мави. Летваль. Марк Андре, Париж. Ну, это опять на главную площадь будем. Милана. Рейсон. Марко Поло. Марко Поло. Ну, в общем-то, все. Сделали мы с вами круг. Примерно посмотрели, увидели, что из себя представляет Outlet Village, белая дача. Не ложится. Сюда можно приходить со своими животными, и в туалете, как правило, будет мисочка с водой. Ну все, друзья, оставайтесь на канале, не забываем подписываться, ставить лайк и писать комментарии. Да, и не забываем помогать животным. Все, до новых встреч! Ну давайте еще пройдусь по этой улице, она коротенькая. Если вы думаете то, что Adidas, Reebok и другие бренды ушли, нет, они не ушли. Как бы номинально ушли, но вся их продукция выставляется в других магазинах. Так что все эти бренды здесь у нас есть. Вот, в общем-то, и все. Теперь, похоже, все. До новых встреч на канале.